Здравствуйте, меня зовут Александр, я менеджер компании «Активный отдых». Сегодня я хотел бы рассказать вам о новинках российской компании «Баск». А именно, сегодня мы с вами поговорим о двух куртках. Мужская модель «Сигнал» и женская модель «Эхо». Утеплитель в данных моделях «Гусиный пух» в соотношении 85 на 15, где 85% именно пуха. Это говорит о том, что пуховик будет очень теплый. И при средней активности, даже в минус 30 градусов, вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Также хотелось бы отметить вес изделия. Он практически ничего не весит и не будет сковывать ваше движение при какой-либо активности. Весь пух располагается в отдельных пуховых пакетах, что предотвращает его миграцию по изделию даже после стирки. Верхняя ткань выполнена из материала рипстоп в клетку. Это значительно ее усиливает, и даже если вы где-то сильно зацепитесь и произойдет прокол верхней ткани, дальше клетки порыв не пойдет. Хотелось бы еще отметить, что очень удобно расположены карманы. Даже если вы носите рюкзаки, ничто нигде мешать не будет, до любого кармана вы легко доберетесь. Куртки мембранные, соответственно, водонепроницаемые. И отлично дышит. Плотные теплые манжеты. Внутри ветрозащитная юбка. Отлично защищает нас от проникновения ветра и от попадания снега в суровых погодных условиях. Глубокий теплый капюшон. Также отлично защищает нас от холода. В данных моделях есть ряд очень интересных решений. На куртке расположены светоотражающие элементы, что позволяет видеть вас в темное время суток. В комплект сразу идет такой чехол для смартфона. Который либо крепится вот так на куртку, или его можно снять и убрать, скажем, в карман. Также на пуховиках внутри есть лямка для удобной переноски ее в помещении. На мужском пуховике сзади на спине есть такая вот петля. На случай, если человек попал в какую-то ситуацию, скажем, упал со снегохода в сугроб, его можно быстро оттуда выдернуть посредством этой петли. На женской модели есть такая вкладка, которая либо сворачивается, здесь покажу, либо расправляется в зависимости от тех условий, где мы его будем эксплуатировать. Все эти качества говорят о том, что данные модели подойдут не только для городского использования, а также отлично подойдут для туризма, для длительных походов, где погодные условия могут быть совершенно непредсказуемыми. Ознакомиться подробнее с данными моделями и приобрести их вы можете в нашей сети магазинов «Активный отдых». Спасибо за внимание. Пока.